Доброе утро, дорогие друзья, это канал Максимадзе. Поздравляю вас с уже наступившим новым 2021 годом. Надеюсь, вы все... Давайте выключим музыку пока. Надеюсь, вы все его провели отлично, хорошо хотя бы. Я нет. Я отметил его вообще хуже, просто некуда. Поехали бабушки с дедушкой по материнской линии. А они Путина у нас, оказывается, совсем не любят. Он же у нас поздравляет с Новым годом, как вы знаете. Наверное, за пенсионные реформы не любят его. И вот мы туда. Вот автор этого мода на еще один новогодний мод. Рисунки такие вот в пейнте, видимо, нарисованные. Ну и вот, короче говоря, как все получилось. Было все хорошо, пока не начал выступать Путин. Дедушка там его грязью начал поливать, настроение всем этим портить. Потом бабушка подключилась, и, короче, вообще все плохо, мы все поссорились и так далее. И у меня до сих пор настроение вообще плохое, я не в духе сегодня совершенно. Но сегодня понедельник, пора вернуться к модам. Это последний новогодний мод, наверное, скорее всего. И он, честно говоря, мне не сильно понравился. Сделал его вот этот Гудков Мирослав. Он уже второй раз в наших роликах. Его фотка. Наверное, младше меня. И то, что он вообще такое смог сделать, это уже респект. Я думаю, я бы даже бы так не смог сделать. Но все же, если... Надеюсь, он не обидится, но все же, но все-таки какой был предыдущий год, такой и мод. Некачественные вообще текстуры. Наверное, я оставлю все-таки ссылку на скачивание его. Может, кому-то интересно будет. Но не знаю, я оставлю на всякий случай ссылочку. Так, ну уровень, судя по всему, не изменился. Тут просто надо это самое. Настроить все это дело. Что это за камера такая вообще? Короче, Новый год я отметил плохо совсем. Надеюсь, вы гораздо лучше. Надеюсь, вы там насладились салатом оливье, мандаринками, подарками, которые получили от Деда Мороза и так далее. Лично я получил бабки, на которые я собираюсь купить хромакей. Надеюсь, я это в ближайшее время уже его куплю. И когда он появится, на моем канале будет обновление, изменится фон, заставка. Фон вот этот вот сзади меня изменится. Музыка на заставке останется такой же, и логотип тоже не изменится. Но сама заставка изменится. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе тут понарисовано. Ну, очень красиво, на самом деле, выглядит, но все-таки вообще некачественно это. Так, ну я так понимаю, тут ничего не изменилось. Давайте, даже не хочу проходить. Уровень не изменился, я так понимаю. Да, хорошие рисуночки. В свое время я... В 2011, наверное... По-моему, рисовал в пейнте тоже всякие картинки. Они на одном из старых компьютеров сохранились, знаешь. Надеюсь, никто оттуда память не стер. 2011 года, как
картинка, которому уже 10 лет практически. В этом году. Хотелось бы на них посмотреть. Компьютер, если тот, конечно, на котором я это рисовал. Он где-то в подвале, наверное, под мной лежит. Если его еще можно будет запустить, то будет круто. Может быть, я даже покажу их так. Реально интересные картинки по разным темам. Пока до соседа даже, наверное, есть. Хотя не уверен. Но мне кажется, есть. Там много кто есть. Много кто и много что. Заведу как-нибудь стрим, может, покажу. Если раздобуду эти картинки. Там и из игры про красный шарик есть, и про еще много чего. 10 лет картинкам уже. О, господи, сколько времени прошло. Сейчас, секундочку, отвечу. Понятно. Короче говоря, давайте следующий уровень. Я просто второй сезон тоже хочу посмотреть. Что он там еще понарисовал. Но очень прикольно, на самом деле, выглядит, хотя и некачественно уже совсем. С Новым годом, блин. Что это за ниточки? Что это за экран непонятный? Да, конечно, вообще все некачественное, но ладно уж. Блин, забыл антенну свернуть, пока телефон отвлекся. Пишут тут мне. Сейчас я отвечу человеку. Так, и свернуть антенну, которой на самом-то деле еще и нет. Тут и пакости не изменились, я так понимаю, совершенно. Изменилось только вот это окружение. Добавили новогодних элементов. Потом... Ужу.
Так, ну давайте вот этот пройдем. Мне этот легче пройти уровень, чем день рождения. Блин, ночь реально вот эта красивая, мне нравится. Синяя такая. Happy New Year, да. Веселого Нового года. У меня он таким не получился, но надеюсь, у вас хотя бы получился. Так, наверх можешь же идти? Пишет один человек, который мод присылал. Сегодня его не будет. В другой раз как-нибудь. Обсуждаю, как запустить обновление вместе с соседа. Мода вместе с соседа. Оно там вышло, и я только у меня не получилось запустить, не запускалась игра. Вот я сейчас спрашиваю у него, как правильно установить его. Хотел сегодня снять, но не получится уже сегодня. Ну давай, иди там, грей свою еду. Хочу на второй сезон посмотреть. Так, что тут с Ютуба пишут? А. Попробуем по-другому запустить тогда мод. Потом как-нибудь выйдет обзор. Надеюсь, он... обновление классно получилось. Если такое странное, очень странно, работает у людей. Думаю, странно, почему у меня-то не работает? Может, я реально что-то не так делал? Ну и все. Давайте посмотрим просто, как выглядят еще уровни. Вот так выглядит день рождения, выглядит так себе. Но тут я не собираюсь проходить этот мод, потому что тут пакости не изменились. Мне вот интересно, изменился ли вообще хоть второй сезон. Ого, это из какого-то из модов взяли. Неудачный круиз, что ли, назывался он. Прикольный мод, хоть там и два эпизода было всего, но мне понравился мод. В плейлистах с модами такой у меня есть. О, а это из микса взято было. То микс на моем канале тоже был, когда соседа микс. Второй сезон, изменился ли он вообще, интересно мне. О, изменился, а я думал, что нет. Ночь реально, кстати, классная. Очень классно. Что еще тут? Так, ну, ладно, понятно. Давайте еще две серии посмотрим. Есть два зонтика, которые пересекаются друг через друга. Вот это вот открытый зонтик, а это закрытый. А вот это закрытый сзади него зонтик.
А тот же самый, блин, я еще и попался. Я забыл, что спускается. Кстати говоря, вот еще что забыл сказать. Вот здесь хороший Новый год. Там на уровнях играет такая музыка, которую я боюсь, что там могут быть запросто авторские права, и решил ее не ставить. Да и к тому же музыка мне не понравилась. Блин, реально ночь прикольно сделана. Шарики непонятные какие-то, блин. Елка сама по себе выглядит неплохо, жаль только она выглядит некачественно. Можно было бы и лучше сделать. Да. Как-то под атмосферу, в принципе, мода входит такая елка. Ну и ночь красивая. С минутку. Дайте-ка я солнечное утро еще раз проверить, что-то забыл. Здесь тоже ночь. Точно. Он загорает ночью. Я просто поражаюсь. Так, я знаете, что хочу посмотреть? Я хочу посмотреть, что там в третьем сезоне. Изменен он или не изменен? Проверю через файлы игры. Чучка. Я посмотрел, что там дальше. Ну нафиг вообще. Да, там изменились, но там тоже всякого понадобавлено. Короче говоря, такой вот мод. Если вы хотите действительно узнать про него подробнее, пройти его, может кому-то реально интересно, то ссылка будет в описании. Ну ладно, вот такой вот выпуск получился. Завтра мы возвращаемся к GTA 5 Winter Edition. Ну а на сегодня это будет все. Надеюсь, вы хорошо реально встретили Новый год. Я плохо, но надеюсь, вы хорошо. С вас лайкос и подписывайтесь с меня, эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал, на группу ВКонтакте тоже. Всем пока.